Данной программой предусмотрено предоставление благоустроенных жилых помещений во вновь выстроенном жилом доме по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А. Исполнителями данной программы являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым, Управление капитального ремонта многоквартирных домов, а также органы местного самоуправления. Ключи от квартиры номер 61, корпус 1, по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А, получает Поляков Александр Владимирович. Ключи от квартиры номер 10 по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А, получает Еретина Светлана Викторовна. Ключи от квартиры номер 45, корпус 1, по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А, получает Омельченко Леонид Сергеевич. Ключи от квартиры номер 34, корпус 1, по адресу шоссе Героев Сталинграда, 44А, получает Кальченко Татьяна Николаевна.